Люди говорят, что жизнь и развитие автономии невозможно без России. Так ли это? Как вы думаете, Чехия, как вы думаете, Прибалты, как вы думаете, они что, тоже зависят от каких-то крупных стран, которые им помогут? Как вы думаете, как они развиваются? А как? Пока мы сами не начнем развиваться, и мы будем говорить, если мы без России никак не можем. Это очень плохо, что если мы без России никак не можем. У нас есть все ресурсы. У нас есть все ресурсы. Есть некоторые мифы. Я вам скажу сейчас. Ресурсы есть, 4, у нас газа нет, у нас электроэнергии нет. Вообще говорят, что у нас нет ресурсов. Четыре мифа. Давайте эту болезнь. Мы четыре мифа. Мы маленькая Гагаузия. Мы не сможем, потому что мы маленькая. Мы сами не сможем, нужно крупное. Это миф или реальность? Это миф. Есть Андорра, маленькое государство. Есть маленькое, меньше населения, очень высокий уровень жизни. Второй миф. У нас нет энергоносителей, что есть в России, у нас нет нефти и так далее, мы не сможем. Скажите, пожалуйста, развитая Западная Европа, есть нефть? Япония есть, в Японии вообще и угля нет. Там ничего никаких нет. Какой уровень жизни? Вы понимаете? Вот. Самое главное, должна быть идея о том, что значит, иметь потенциал, человеческий потенциал, это самый большой резерв. И мне кажется, что в этом направлении, когда мы начинаем искать какие-то вопросы, что вот со стороны должны помочь. Поэтому мы пока сами не возьмемся и не разберемся в своих проблемах, почему мы плохо живем, почему коррупция и так далее. Они сразу скажут, сколько денег мы вам выделяем, где они, сколько проектов, столько грантов, где ваши гранты, которые мы отправляли в Гагаузии. А вот. Где? А вот где? Где? Надо спросить Ирину Влах, где гранты? Вот. Кто построен на эти гранты. Поэтому мне кажется, что все зависит все-таки от морали. Если придут люди, которые патриоты, которые переживают, которые хотят благополучия республики.